Всем привет! В этом выпуске будем делать обзор на корм 4 лапы клуб. Будем делать с макрелью в соусе для взрослых котов. Стоимость такого корма около 80 гривен. Это, можно сказать, корм. Пишется, что это у нас премиум корм, но я бы назвал его эконом корм. А по составу, давайте почитаем, что в составе у нас здесь. Так, полнорационный консервированный корм для взрослых кошек, 67% мяса и продуктов животного происхождения в кусочках. Рыба и рыбные субпродукты 9%, микрели в кусочках, злаки, экстракты растительного белка, минералы, масла и жиры. Еще много разного текста. 100-граммовая упаковочка. Как мы сами понимаем, когда у нас были обзоры на другие корма, которые стоят около доллара и до 2 долларов, и там по 70 грамм, а тут 100 грамм, и такая дешевая цена. Еще и пишут, что как много всякой всячины, много мяса, много рыбы. Мы понимаем, что это вряд ли правда. А, вот такой вот оно по составу. Сейчас на запах. Альфу, наверное, на запах нравится, потому что, слышите, уже ревет, просит. Добавляют какие-то для вкусовых. Добавок для котов, чтобы они реагировали. Сейчас нашему главному дегустатору подадим. От битка он отказывается сейчас, натурального, свежего. А вот клуб 4 лапы уплетает. Аль, тебе что, клуб 4 лапы проплатил за рекламу? Лекает, аж за ушами лещит у него. Прям глотает этот корм. Наверное, за дешевым кормом соскучился, потому что в последнее время только премиум и супер премиум ел. Наверное, для него это как и для нас чипсы и сухарики, что тоже хочется скушать что-то такое неполезное. Что, Альф, позируешь для камеры, да? Также у нас на канале смотрите предыдущие обзоры про другие корма. Много кормов уже поснимали. Сейчас посмотрим, какая с аппетитом кушает корм. Если он все то, что я ему насыпал, насыпал ему более чем достаточно. Для одного раза. Наполовину уже точно съел. Вылизывает и желейку, которая есть, соус, и сам корм выедает с аппетитом. Даже уже корм падает на пол у нас, так кушает активно. Пишите в комментариях, какие, на какие корма хотите увидеть обзор, потому что у нас закуплено много кормов, но они что, рано или поздно закончатся, и будем закупать другие корма. Правильно, из пола нужно съесть. С пола вкуснее, да? Ну так вот, и надо доесть обязательно. Наверное, для Альфа именно этот корм фаворит. Не выкупаю тему супер премиум корма с настоящего мяса, там, где мы снимали цельные куски мяса. Ему это намного больше понравилось. Вот. Так же, как я и говорил, вот делали на, только по вкусу, на другой корм фон Фонштейн. Делали обзор на Шазир, на Роял Канин.
делали нам вот такой бриткер, делали обзор, на фибре сделали обзор, так что уже есть на канале несколько интересных обзоров по котячьим кормам разного качества, поэтому подписывайтесь, смотрите другие видео. До новых выпусков, друзья, всем пока!